Несмотря на сокращение общей численности населения, в большей степени из-за миграционного оттока в Забайкалье наблюдаются и положительные тенденции. Увеличение средней продолжительности жизни до 68 лет, снижение уровня безработицы до 6,5% и уровня бедности до 16,7%. В центре внимания министерства были и остаются семьи. Поддерживать их стараются не только рублем, но и с помощью социальных контрактов и других инструментов и программ. Благодаря поддержке государства семьи чаще принимают положительное решение о рождении детей и наблюдается устойчивая тенденция к многодетности. При этом удельный вес третьих последующих рождений продолжает расти. Более 13 тысяч семей получили финансовую поддержку при рождении детей на общую сумму почти 1,5 миллиарда рублей. В крае функционирует 21 служба, которая осуществляет подготовку и сопровождение замещающих семей. В 2023 году обучение в этой школе по подготовке приемных родителей прошли 555 человек. Из них 279 приняли в свою семью 321 ребенка. Коллеги, здесь, я думаю, нужно аплодисменты. Отдельный акцент министерство сегодня делает на поддержке участников СВО и их родственников. К работе в этом направлении все чаще подключаются и подведомственные организации. Например, основной задачей, с которой достаточно хорошо справляется социально-реабилитационный центр «Надежда» – профилактика беспризорности и возвращение детей в кровные и приемные семьи. Но нынешние условия диктуют новые задачи. Мы планируем больше работать с семьями, участников СВО. Мы сейчас разработали такую специальную программу. У нас на базе нашего центра есть гончарная мастерская. Мы разработали программу, где вот именно семьи многодетные, семьи участников будут привлечены и вот для совместных творческих таких вот мероприятий. В планах министерства на 2024 год реализация мер, направленных на увеличение рождаемости, сохранение численности населения и трудовых ресурсов, снижение уровня бедности до 15,4%, сокращение очередей в учреждения социального обслуживания. По мнению вице-премьера Виктории Бессоновой, необходимо уже сейчас рассматривать и долгосрочные задачи. На мой взгляд, уже давно созрел про необходимость проактивного режима оказания социальных услуг. Когда не гражданин обращается, не стоит в очереди за получением тех или иных социальных услуг, а когда сама жизненная ситуация, в которой он находится и о которой становится известно государству, подключает все необходимые инструменты, ресурсы, прежде всего государственные, для того, чтобы эту жизненную ситуацию сделать понятной, сделать простой. Согласно стратегии социально-экономического развития Забайкалья, к 2035 году региону нужно достичь, на первый взгляд, и вовсе непростых задач. Численность населения должна быть более 1 миллиона человек, а продолжительность жизни в крае должна составлять не менее 78 лет, при уровне бедности чуть более 6%. Но цифры, говорят, достаточно реальные. Екатерина Пешкова, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье.